50-летняя Дженнифер Энистон, Дженнифер Энистон, намерена стать подругой 38-летней Меган Маркл, Меган Моркл. Звезда Голливуда решила приехать к герцогине. Бывшая супруга Брэда Питта собирается провести лето в Канаде, снимаясь в продолжении фильма «Загадочное убийство». Как выяснилось, у Джен и Меган есть много общих друзей. Энистон понравилось, как Маркл сыграла в сериале «Форс-мажора». Более того, актриса хотела бы сотрудничать с герцогиней в новых проектах, которые станут возможными после отказа от королевских полномочий. У них много общего и есть масса общих друзей, включая Читу Клуни. Джен и Меган уже захотели подружиться, цитирует Radar Online слова инсайдера. Голливудская актриса собирается прилететь в Канаду в июне. Известно, что Меган Маркл и принц Гарри планируют побывать и в Лос-Анджелесе, так что встреча точно состоится уже в ближайшее время. Они с нетерпением ждут возможности познакомиться, заверил источник. Недавно Меган Маркл и ее муж оконфузились в Канаде из-за поддержки скандальной кампании. Мать герцогини не готова переехать к ней. Фанаты Кейт Миддлтон затравили лучшую подругу Меган Маркл,